В Запорожье на 1000 урн станет больше. Дополнительные контейнеры для мусора планируют установить за счет городского бюджета. Подробнее далее. Моделей урн существует много, но какие именно из них выбрать – большой вопрос. Чтобы не руководствоваться только эстетическими соображениями, городская власть привлекла опытных консультантов в лице дворников компании «Элуад». На часах они стоят, и очень легко, можно и руками туда не лезть. Одел мешочек, раз, перевернул и пошел дальше. А вот те, вот, которые вот там сверху, вон решеточка, вон сверху, они неудобные. Руки режутся, все об них, и ломают вверх. Чтобы были легкие, хорошо переворачивались. Мешок подставил, разве высыпал? А по объему имеет какое-то значение? Имеет. Ну, чтобы не сильно большие были. Если она будет сильно большая, она будет тяжелая, ее не перевернешь. Главными критериями здесь являлся оптимальный объем, долговечность и устойчивость от воздействия вандалов, удобство их очистки. В результате обсуждений выбор пал на два варианта урн, которые и так уже хорошо себя зарекомендовали. Мы планируем минимальное количество урн установить за счет бюджета, это 1000. Но хотел бы обратиться и к представителям бизнеса, чтобы каждый из них тоже принял участие в этой акции и рядом со своими офисами, входами в кафе, рестораны, тоже установил подобные урны. Кроме того, городской голова акцентировал, чиновники будут общаться с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы они выбирали модели урн из предложенных. Тогда красота в городе будет соблюдена.